Почему? В следующий раз, когда решишь уйти, найди внятное оправдание. Кстати, машина, которая забрала тебя, принадлежит моему отцу. Что он сказал? Потом расскажу. Раз я здесь, мне придется поговорить с ним. Дзянин. Привет. Присядь. Надо поговорить. А Джо Сяошаня, так? Меня не волнует твое отношение или что ты сказал Джоу Сяошаню. Он тот, кого я люблю. Это не изменить. О. Тот, кого ты любишь. А насколько хорошо ты его знаешь, а? Думаешь, достаточно? Да. Я всю жизнь потратил на компанию Q Group. Тому, кто женится на тебе, или Дзясинь, очень повезет. Дзянин, ты не знаешь, что мужчин в первую очередь привлекают слава и богатство? Значит, ты считаешь, что Джоу Сяошаню нужны наши деньги? Его семья, прошлое и поведение заставляют меня так думать. Папа, знаешь, когда я была за границей, мне предложили 500 миллионов долларов, чтобы я работала на них. Если бы в то время я согласилась, то самая лучшая лаборатория мира принадлежала бы мне. Как исследователя, мы хотим иметь чистую совесть. Нас не заботят деньги. Ты сказал, что Джоу Сяошань охотится за деньгами? Этого не может быть. Это твое личное мнение. Папа, я знаю, что ты волнуешься за меня. Поверь мне, пожалуйста. Я хочу кое-что спросить. Мужчина, который уехал с твоей мамой за границу, кто он? Мама сказала, что после того, как они истратили все деньги, он оставил ее. До этого он приходил ко мне. Он сказал, если я дам ему 100 тысяч, он уйдет. Это небольшая сумма для меня. Но в то время я был очень зол и не дал ему этих денег. Теперь я жалею. Дай я ему тогда деньги, твоя мама жила бы сейчас счастлива. Ты боишься, что Джоу Сяошань такой же, как он? Сейчас ты выглядишь точно так же, как твоя мама. Ты моя дочь. Я не хочу, чтобы подобное случилось с тобой. Но, папа, моя мама сказала, что она не сожалеет. Не может быть, ты врешь. Это неправда. Не обманывай себя. Джоу Сяошань напоминает тебе того мужчину. Художника, в которого влюбилась моя мама. Художник был беден. Но моя мама выбрала его и в конце концов бросила тебя. Джоу Сяошань еще раз напоминает тебе, что ты был неудачником в своих отношениях. Поэтому ты не хочешь, чтобы мы были вместе, верно? Давай перестанем говорить о ней. Папа. Достаточно, я не хочу разговаривать. Ты должна идти, уходи, уходи. На самом деле, Сяошань... Ты можешь перестать говорить о нем? Я не хочу слышать его имя. Убирайся! Не хочу тебя видеть! Папа! Упрямый старый чудак. Перестань смеяться. Почему я поссорилась со своим отцом? Из-за меня. Скажи мне, что мы можем сделать сейчас? Могу я спросить, повлияло ли на тебя сопротивление отца? На самом деле, неважно, работа это или жизнь, ты можешь быть независимой. Так что сопротивление твоего отца не может оказать на тебя никакого реального влияния. Ты жаждешь его одобрения, потому что любишь его и заботишься о нем. Ты же не собиралась с ним спорить, верно? Мой отец первым все испортил. Он разозлился, потому что он любит тебя. Кому ты хочешь помочь? Дзянин,
Не причиняй боль своей семье из-за меня. Я не ожидала, что ты станешь на его сторону. Скажи мне, что я могу сделать сейчас? Ты поспешила получить одобрение своего отца. Ты ведь сделала это ради меня? Джоу Сяушань. Я всего лишь пытаюсь помочь тебе и дать совет. Некоторые химические реакции происходят мгновенно, когда другим требуется время. Дай отцу немного времени. Он разберется. Что, если он не сможет этого принять? Мы никогда не поженимся. Давай, взбодрись. Не могу. Цюцзянин. Будешь так хмуриться, и я... Что ты сделаешь? Поцелую тебя. Ах, ты негодник! Пойдем, повеселимся.